Всем привет! Сегодня вот забрал очередную посылку из магазина AliExpress. И здесь у нас не игровая консоль, как обычно, а такой достаточно интересный игровой гаджет. Ну, так как у нас канал про игры и игровое устройство. Вот, купил этот гаджет для того, чтобы оформить свою игровую комнату. Ну, чтобы было повеселее, поинтереснее. Вот, ну и давайте покажу вам, что там у нас внутри. Вот, ну, давайте на походу и расскажу сразу. Вот, заказал соты, такие LED-лампы в виде сот. Они должны загораться при соприкосновении, и ими еще можно управлять через мобильное устройство, через приложение. Так, вот так выглядит коробка. Здесь у нас написано Smart Light Panels, Illuminate Your Dreams, то есть... Типа зажги свои мечты, да? Вот такие вот соты должны быть. Music mode есть. Music mode что означает? Что соты будут гореть, допустим, включайте музыку, и под музыку они будут у вас моргать, мигать, светиться. Timing function, то есть есть функция таймера. App, ну это получается приложение специально. Xagon Gaming Light, ну вот видите, да, то есть Gaming Light, игровой свет, как раз под наш канал. Так что все окей. Выглядит, кстати, очень даже неплохо. Мне кажется, даже в качестве подарка очень даже пойдет. Как раз к праздникам можно такое заказать. Так, ну и давайте посмотрим, что там внутри. Так, сразу встречают нас вот такие штуки, это крепление к стене, липучки. Далее, адаптер питания. Так, 5 вольт, 0,3 ампера максимум. Вот, смотрите, да? Далее. Это блок управления Bluetooth, да? Здесь получается вот у нас QR-код с приложением. Вот это подключаете к сети и, я так понимаю, к этому устройству, да? И можно будет через Bluetooth все это дело управлять. Давайте посмотрим, что здесь написано. Инпутинг, да, вот это получается вот сюда вставляется, а это непосредственно в соты. Так, ну и дальше у нас идут сами соты. Кстати, не помню, сколько штук там в комплекте. Сейчас посмотрим. Я, по-моему, брал большой комплект. Так, все. Давайте посчитаем, сколько штук. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук. Вот комплект из 10 штук. Так, дальше что у нас есть? Есть инструкция, которая показывает, как это все дело крепится. Вот таким образом. И у нас получается пульт управления еще есть. И также расписана вот здесь функция. Какая кнопка за что отвечает. Вот такая вот инструкция. Так, ну давайте откроем, посмотрим. Как выглядят эти соты. Так, вот такие вот соты. Здесь такая матовая поверхность. И здесь у нас получается подключение по USB. Вот эти коннекторы. Интересное подключение. Сейчас мы все это дело подключим и проверим. Так, давайте сразу все распакую ее. Распакую, подключу, и мы это дело зажжем, посмотрим, как работает. Так, пока небольшая пауза. Так, у меня вот есть такой крутейший сетевой фильтр, кстати, обзор у него есть на моем канале.
И сейчас мы к нему все это дело подключим без этого блока питания. Но если есть необходимость, то можно к нему подключить. Но мне, в принципе, он нафиг не нужен, потому что у меня есть вот такие вот USB разъемы непосредственно в самом сетевом фильтре. Поэтому мне это не нужно. Так, сейчас размотаем кабель. Так, кабель вот такой вот длины сейчас протяну. Ну, в принципе, достаточно длина. И здесь, смотрите, не запутайтесь. Здесь указан адаптер. Это получается к адаптеру идет. А здесь получается уже к LED-лампам. Так, давайте подключим LED-лампы. Так. Next. Сюда. Так, давайте сейчас на паузу поставлю. Так, все, разобрался, короче, смотрите. Изначально ставите вот этот переходник таким образом, что вот это у вас первое, получается, идет. Из нее должна стрелка выходить туда. Вот так делаете. И затем ставите уже следующую соту. Поставили. От нее также выводите вот таким образом. То есть стрелка идет наружу, то есть куда идет энергия, да, куда идет питание. Подключили. Поставили. Ну и так дальше. Вот это у вас первый, и от него потом уже идет питание ко всем остальным. То есть вот таким вот образом распределяется. Надо смотреть, как у вас все это дело подключается. Ну, так вот он выглядит. Давайте посмотрим, какие режимы есть. Красный, зеленый, синий. Так. Можно менять цвета. Вот, также еще можно сюда на телефон установить приложение и все это дело уже включать с телефона. Кстати, смотрите, есть таймер на 1 час, на 2 часа, на 3 часа, на 4. Это под музыку. То есть, смотрите, да, слышит звук. Допустим, музыку включить. И... давайте проверим, кстати, музыку. Итак, я вам наглядно показал, как работает функция цвета музыки. Я так понимаю, в этих сотах установлен микрофон, и под этот микрофон загораются соты, меняются цвета и так далее. Очень интересная вещь. Вот. Также, кроме этого, здесь есть еще функция мод, то есть настраиваемая функция, да, как, допустим, загорать им. Видите, да? Вот. Я так понимаю, эти штуки друг друга понимают, где они находятся. Видите, как идут полосами? Очень интересно. То есть не просто как бы такие, то есть достаточно умные лампочки. Это хорошо. Здесь разные моды. Можно устанавливать скорость. Допустим, уменьшать, будет медленнее загораться. Можно увеличивать скорость. Вот. Можно уменьшать яркость. Можно увеличить яркость. Куча разных функций интересных. Вот, буду разбираться и все это дело настраивать. И здесь, кстати, написано, что здесь у нас радиосвязь 24 Гц. То есть не Bluetooth, а именно радиосвязь. Это хорошо. То есть не надо будет там близко подходить. Можно издалека все это дело управлять. Так, ну что, давайте, наверное, теперь скажу, какие плюсы и минусы, по крайней мере, сейчас обнаружу. К плюсам отнесу то, что эти соты можно дополнять. То есть... пожалуйста, покупайте еще один такой комплект, и все это дело можно организовывать, как вам удобно. Любую композицию делать. Как на стене, там, не знаю, к шкафу, хоть куда, где угодно. Также к плюсам отнесу
достаточно хорошее качество исполнения. Вот выглядят они очень красиво, нет никаких там выступающих деталей. Все очень аккуратненько так сделано. Также к плюсам отнесу то, что здесь есть встроенный микрофон, и можно подключать светомузыку. Включайте звук, у вас будет все это дело играть в такт вашей мелодии. И также куча настроек и плюс беспроводное управление. Вот. Также еще здесь есть функция управления через смартфон. Получается, здесь еще есть еще Bluetooth. Вот. Ну, в принципе, все. Покупкой доволен. Вам рассказал. Вот. Ну, а вы уже там сами думаете, нужно вам это, не нужно. Ссылка на нее будет в описании, поэтому проходите, смотрите, делайте свои выводы. А я думаю, что вот как раз к Новому году такая вот интересная штука будет у меня теперь на стене висеть. На этом все. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Благодарю вас всех за подписку, кто подписался. Вот, а кто не подписался, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики, новые интересные гаджеты, как игровые, так и околоигровые, типа вот таких вот устройств. Вот, ну, я вам, как обычно, желаю хорошего настроения, чтобы у вас все было хорошо. Всем пока, счастливо. Камрады, если вы хотите поддержать канал, сделать это можно, пройдя по ссылке в описании к ролику. Крепко жму ваши клешни, до скорой встречи!